E-Gaming Bets – ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай! Экспресс-снаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и баны команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Добрый вечер, друзья. Доброго времени суток, как принято говорить на наших трансляциях. Ну и, собственно, матчи ЕЦС сегодняшнего вечера, которые мы с вами будем смотреть. Они уже вот-вот начнутся, начнется первая игра. Но перед тем, как мы уже перейдем непосредственно к матчу... Наверное, давай начнем с расписания сегодняшнего игрового дня. У нас сегодня 4 замечательные карточки. Astralis против FaZe Clan будут играть дважды. И Fnatic против Dignitas точно так же сразятся на двух картах. Ну и текущее положение, друзья, перед сегодняшними матчами. В групповом этапе, и мы видим, что NVS по-прежнему на первом месте, выбрались туда, команда FaZe Clan догоняет. Кстати, они сейчас могут вполне себе серьезно сосредоточиться на оставшихся встречах, потому что выходные лиги в группе они уже отыграли. Третий Virtus.pro, четвертый Fnatic, друзья. Ну и, в общем-то, остальные команды пока еще отыграли достаточно мало матчей. Мы включаемся уже непосредственно на саму встречу Astralis FaZe Clan, карта Overpass. Вообще, сегодня, если говорить про Overpass, мы увидим их два. Первый будет в первом матче, и в заключительной встрече сегодняшнего вечера также будет Overpass. Ну и Astralis, опять же, с новым составом взяли все-таки Глейва пятым и будет показывать, где Раки зимуют своим соперникам, будет доказывать, что он круче, чем Керриган. Ну, вчера против команды Dignitas он мало чего доказал. Вообще без шансов выделили Astralis. Но, тем не менее, сегодня соперник немного другого калибра. И, возможно, против FaZe Clan будет складываться куда поинтересней. Так, ну и заход на точку оформлен. В принципе, с Рейном расправились, но это не самый коварный. Вот ждем, когда сейчас Йоким включится в игру. Кстати, очень такое, знаешь, долгое выбивание. И, походу, кто-то что-то слышал. Девайс вроде бы слышал сейчас топот от Эйзи. Ошибка Девайс. Ну, его услышали, и Эйзи моментально атаковал в этой ситуации. 4 в 3. И Астралис заперты на точке Б. Играют только два игрока на воде. И то с ошибками, но вот... Нет, все-таки додавили. Вот, знаешь, абсолютно непонятно, как умудрились проиграть этот раунд ребята из Астралиса. FaZe Clan находились в меньшинстве. Позиции Астралис вроде бы были хороши, бомба стояла, но тем не менее раунд они проиграли. Ну да, как-то печально это выглядело. Вроде бы должны были понимать, что... Ну, на самом деле, вот я тебе скажу так, по-хорошему во всем виноват девайс. Вот стань, Николай, на железобетонную позицию, останови Эйзи как раз-таки при попытке выхода с коннектора, все. Изи каточка. В пистолетном, но вместо этого девайс начал прыгать, вертеться, получил пулю в голову, ну а дальше вы все видели сами. Да, ну и по картине-то вроде как был топот в подвале, может быть, девайс подумал, что ему показалось и сорвался с позиции. Ну, опять же, если бы 100% слышал, то убивал бы, но опять-таки инициатива была перехвачена. Контратака от Эйзи все решила, так Дюпри минус Рейн. Хорошее начало для Астралис, правда, вот то, что в руках пистолета и нет арморов, это может создать такой неприятный накал на карте. Так, один девайс остается на у Эллу, это Кольт, и два фармганчика сейчас на Б. Ну, вот очень похожее начало у нас, то же самое происходит, как и в пистолетном раунде. Забрали одного ребята из Астралиса и теперь постараются развить этот успех. Так, длина была проверена, и, в принципе, Керриган вообще играет против своей бывшей команды. Вот. Самое-то главное, что забыли рассказать в этой встрече, и ему сейчас крайне принципиально обыграть своих бывших тиммейтов, которые его, кстати, убрали из коллектива после чемпионата ВЕСГ, который проходил в Киеве. Там выступление датской пятерки, когда-то первой датской пятерки, закончилось трагически печально. Результат был не очень крутой. Ну да, вот согласен. Приехала одна из таких полноценных команд и так провально сыграла на данном ивенте. Ну да ладно, итак, 3 в 4, 25 секунд до конца. Под базой Б находятся игроки команды Астралис. Что там у нас на Б-пунте? Покажите принимающего. Это Эйзи, герой прошлого раунда. Ну и пока что у Эйзи проблемы, тем не менее. Ошибка от Гзипникса в первую очередь по стрельбе. И посмотри, что творит Эйзи
Очередные три минуса и очередной раунд в копилку команды FaZe Clan. Просто на уровне. 2-0, друзья. И FaZe Clan действительно отлично начинают в этой встрече. Интересен на самом-то деле финальный счет. Кстати, вот делаю ставку на то, что тут сработает такая фишка, как Керриган шарит, как будут действовать Астрелис. Керриган знает их как облупленных. Потому что он сам, сам я есть Астрелис. А кто на себя взял бразды правления? Вот, кстати, непонятно. Ну, мы говорили с тобой, что, возможно, да. Зоник, а вот, может быть, кто-то из игроков или уже была какая-то информация? Помнишь, вот давно-давно, не, я информации не знаю, но нам вроде писали пользователи, хотя на верочку пока непонятно, кто это действительно на самом-то деле. Но давным-давно, когда еще был датский состав Fnatic, координацией занимался... Xypex. Но это было очень давно. Это вообще 2011-2012 год. Это вот как раз-таки годы перехода, смены дисциплины с 1.6 на CSGO. Ну и кто сейчас, непонятно. Но мне кажется, что это может быть и Глейви. Это, ну, что вполне вряд реально. Вряд ли новобранец, кстати, сразу стал на себя брать вот такую ответственную роль. Ну да, ну, ладно. Просто... Керригана как-то убрали, и я просто не вижу в команде вот у них такой человека, конкуренции. Человека, который мог на себя взять, ну, действительно, такую ответственность. Ладно, давай потом. Давай. 40 секунд до конца. Готовится очередной выход, на этот раз на базу А у команды Астралис. Пока что все целые и невредимы. Плохой тайминг для финского... А, это игрок в подвал ушел. Я думал, его обходят на туалетах, но все-таки... Ты видишь, не на Апленд, а все-таки база Б будет скрываться команды Астралис. Все эти действия сейчас слышали игроки защиты, которые находились в туалетах. Кейрбай поддержал вот этот вот ответный разворот. Но Фейс готовы стреляться. Стреляться с Фейс — это действительно... Ну, очень глупое решение. Тем не менее, на точку удается зайти, будет установлена бомба. Кстати, вот посмотри, вроде бы перестрелка была, ну, по шансам для команды Астралис. Тем не менее, Эйзи не потерял ни капли здоровья, при этом сделал два минуса. Ну, тут еще такой момент, что Астралис не ждали такой встречи, так как рассчитывали, что Фейс будут думать, что это ада последнего. Ну, Глейв вот в попытке сыграть максимально непредсказуемо сейчас может... С дыма устроить какой-то кавардак, прячется до последнего, но падает. И что делает? Какие фраги, черт возьми, ну, на десерт. Глейв спасает этот раунд для команды Астралис. Действительно, очень неординарно сыграл, спрятался в своем же дыму. И, ну, это сработало. Не зачекали его ребята из FaZe Clan, и в итоге раунд проиграли. Ты знаешь, бомба, цветочки, ягодки были после размена, а вот вкусный десерт — это от Глейва. Ну, заметь, кстати, стабильностью отличается Эйзи. Три раунда подряд по три минуса по игрокам команды Астралис, и уже 9 фрагов. При этом 0 ассистов и 0 смертей. Ну, вообще интересная тут схема получается. Опять же, Эйзи тоже выступал в некоторых моментах за команду Астралис. Ну, по-моему, на тот момент они еще по-другому даже назывались. А, ТСМ. ТСМ. Они еще тогда были ТСМ, Эйзи выступал, но после чего принял решение то ли сам уйти, то ли ушел, но его взяли в Фейс, и, скорее всего, это было, опять же, его желание. Но сейчас он действительно в команде FaZe Clan, сейчас этот коллектив набирает обороты. Опять же, напомню вам, что из успехов недавнешних они вышли на E-лиге. Выход на E-лиге — это всегда круто, потому что вы попадаете в ту самую зону сладких призов. Так, а здесь прорыв Б-плента, причем вообще без единой возможности как-то адекватно разменяться. В нужный момент удалось Астралис таки зайти на точку. Ну и дальше они доигрывают уже обычную схему. Вот Девайс решил здесь немножко подпушить. Хочет размяться, расстреляться. Ну, потихоньку начинает получаться у Астралис. И, заметь, раз за разом скрывается оборона Б-плента. Абсолютно все раунды датской команды заканчивались как раз-таки на базе Б. Да-да. Ну, пока что, вот знаешь, Керриган на Б стоит, не стоит? Нет, Керриган на. Я просто вспоминаю историю с капитаном. С капитаном Дырой. И где сегодня будет? Капитан Дыра. Капитан Дыра, да. И непонятно, на Б. Я поэтому просто и спросил. Может, дело в кэпе? Что ж, 2-2-2-2-2. 2-2-2-2 просто. 2-2, друзья, Астралис. Неплохо. Действительно, неплохо отвечают. Такая заквасочка первой половины. Знаете, вот после матча Минора хочется и от этих команд тоже увидеть... Весьма такой, знаете, дисбалансный счет. Ну и антилогичные раунды какие-то, где действительно игроки будут, типа, скилл на пределе. Ну, вот он скилл на пределе. Опять-таки же, контактный выход на базу Б. И, походу, FaZe Clan к этому выходу абсолютно не готовы. Дюпри есть первый минус. Керригана забирает. Есть ответ от Йокима. Но
Ну вот дальше. Дальше опять-таки же в игру вступает девайс. Забирает Эйзи. Бэпленд под контролем датской пятерки. Готовы установить бомбу и забрать очередной раунд в свою копилку. Да, очень как-то все нескладно пошло после. И заметь, вот, вроде бы была снайперская винтовка в руках Эллу, но пока что АВП в действии мы так и не увидели. Как-то беззубо действует финский снайпер. Это да. Ну, знаешь, на самом-то деле, вот Аллу никогда не был таким игроком, который реально выделялся в команде. Он мог выделяться, когда играл за какие-то финские составы. Там те же Энс или любая другая команда. В NIP он был тоже всегда посредственный, как бы, да, свой минус сделал. Он 40-процентный персонаж. Нет, вот. нет. Он как раз-таки вот человек настроения. Сегодня у меня все хорошо, я набиваю 30 фрагов, завтра у меня плохое настроение, я там еле ноль играю. Ну, видишь, нехладнокровное, значит, нестабильный. И здесь от него такой стабильности ожидать тоже как-то было бы, наверное, навязчиво глупо. Но... Пока в руках с кольтом у него что-то получается. Есть фраг от Ау, забирает Глэйви и Астрелис в неудобной ситуации. Ну, в борьбе за, опять же, ничью сейчас фейсом противостоят. И такие раунды должны оставаться за защитой. Ну, никто не отменяет, что вот эта парочка супер аим игроков сейчас может сделать грязное дело. Ну, вот он первый минус. Девайс Ау забирает. Вроде бы начинает смещаться в направлении базы А ребята из Астралис. И будут атаковать с двух флангов. Длина плюс... туалеты, ну и кто же сыграет здесь интересней. Что ж. Ай-яй-яй. Бая, вот эти 2 в 2 подъезжают, смотри. Ну, абсолютно простой раунд до контакта, но из-за отданных позиций, опять же, вот, даже Рейну не дают здесь поменять игру. Ну и бывший тиммейт команды Астрелис действует. В дыму заблудился, бедняжка потерялась. Ну, одну позицию точно знает, второй где-то в дыму, он должен догадываться. Увидел! Не увидел голову! Ну, девайс проиграет этот раунд. Великолепный отыгрыш от Эйзи. Казалось бы, вообще в такой лузовой ситуации оказался датский игрок. Тем не менее, против двоих своих соотечественников справился на ура. Просто, знаешь, не побоялся, ворвался сквозь дым, заставил Николая паниковать. Ну, а вот что делал тиммейт, я так до конца и не понял. Он и не помогал, и не убегал. Кто вчера взял раунд в дыму? Оставаясь в дыму до последнего. Это был Шнейдер. И, по-моему, здесь игрок команды Астрелис решил... На Мираже, да. Он просто спрятался. Ну, здесь такая же ситуация. Тоже хотел отличиться, а в итоге просто продал. Просто продал тиммейта, продал эту бомбу. Ну, и позволили Эйзи взять, кстати, очень серьезный клатч, после которого Фейс могут, знаешь, так начать... убивать уже по разным фронтам, а не только в ситуациях, когда они выбивают. Ну вот для этого должны взять второй раунд подряд, уронить экономику команды Астралис, а дальше уже действовать против пистолетов. Это идеальный план для фейс-клановцев, но опять-таки же Астралис с этим планом явно не согласны. Они постараются делать все возможное, чтобы взять раунд и сделать абсолютно противоположную ситуацию, а именно выбить экономику из рук защиты. Это было бы, кстати, очень приятным сюрпризом. Ну, даже не сюрпризом, вообще приятным фактом это позволит взять сразу 6. Ну, по крайней мере, с проблемами, но может не 6, может 5 сходу. Но если Фейс Клан здесь сейчас берут раунд, то им надо задуматься сразу о том, чтобы брать следующий, так как если они этого не сделают, у них снова рухнет экономика. И первая половина, и вообще инициатива в первой половине уйдет полностью датской команде. Итак, на приеме Фейс Клан. Рейн действует очень нагло под флешку. Смотрим за этим моментом. Длина вбивается, успокоил девайса, и в пленте идет пока что. Вот какие-то, знаешь, за ниточки пытаются Астралис дергать, выманить соперника, но никто не выходит. О-хо-хо, Гзипникс развалил двоих, есть третий минус. Или нет, Аву не забирает. Какая ошибка от Кирбай, тем не менее, свой фраг делает. Правда, слишком поздно. Убивать надо было первого игрока защиты, по которому он попал сразу. Ну и 4-3. Кстати, посмотри, у Астралис достаточно много денег. Да, там же бомбы были. Там почти каждый раунд бомбы были. Ну, да, вот как-то мы здесь немного не дочитали. Ведь думали, что второй подряд от Фейс Клан, и у Астралис денежка закончится. А тут, на самом деле, денег более чем достаточно. Если бы хотели датчане, могли бы и снайперскую винтовку купить. Что ж, попытка занятия мидла, но не самое быстрое, что вообще можно было увидеть в этом раунде. Опять же, осторожничает датская команда. Опасается она
Ну, во-первых, опасаются скилла игроков индивидуального именно, потому что такие парни, как Джейк и Мрейн, они могут здесь действительно разваливать кабинеты, причем по-страшному, могут даже доминировать. Ну, пока игра, конечно, не, тут не такой накал страстей, чтобы рисковать и аркадить, но Эстрелис понимают, что стреляться с каждым здесь смысла не будет. Так, посмотри, финский снайпер без снайперской винтовки. Опять 3А2Б, и Эстрелис, по-моему, делают один из раундов, который мы уже видели. Они попытаются занять длину с центром карты, после чего оставшиеся игроки попытаются, возможно, пройти через подвал на Б. Но, опять же, 50 секунд до конца раунда. Как мы уже с вами понимаем, как мы с вами понимаем, становится немножко жарко, поэтому у Юрия аж кроссовки упали. Итак, ну вот, такое ощущение, что отрабатывают проход по туалетам. Что ж, проход начинается, и начинается не самым лучшим образом для команды Эстрелис. Эллу вообще лучше здесь вообще никак не открываться. И что будет делать Финн, пока непонятно. Так, Керриган, ну, по-моему, как раз-таки ждали Керригана, ну а вот его своего момента дождался. Два минуса, забирает еще и третьего. Знают о туалетах, будут пытаться играть сейчас в добивание. Правда, Дюпри тянет время на максимум и подбирают Керригана 2-1 Аллу. Ну, не доглядели чуть-чуть в туалете. 1-1 против длины будет действовать Финн. И нереальный хедшот. Квадрокилл плюс один ассист в исполнении Эллу. И это пятый раунд для ФСКВАН. Это почти эйс. И посмотри, всего лишь не проверили улицу. Что произошло? Где? Вот как можно играть настолько медленно и при этом забывать проверять туалеты до конца? Там, знаешь, не то чтобы забыли, там просто постоянная агрессия. Вот фейсклановцев мешало вот до конца проверить позицию Эллу. Раз за разом вот кто-то врывался из игроков команды FaceClan и устраивал какой-то кипиш. Итак, 4 пистолета, 3 тека, 1 дигл, плюс 1 АК-47 в руках девайса. И это попытка Астралис устроить какой-то форсбай. Ты так сказал, как будто они вечеринку хотят закатить. Так, а реально сейчас будет вечеринка? Ну, пока Керриган рад этой вечеринке, вот еще бы второй минус сделал, и денег было бы неплохо. В итоге 4 в 3, по-моему, была попытка подобрать девайс, и... Ну, вот куда пойдет Xypex? Что будет делать Xypex? Или Xypnex? Или Хурях? Так, смена девайсов. Отдал могущественному Кэрбаю КМ, и в этот момент Глэви попробует напрячь апленд. Ну, позиции на Б хорошие у защиты для выбивания, поэтому бомбу, скорее всего, мы здесь точно увидим. И для... Ну, в интересах Эстрелис, в первую очередь, чтобы была эта бомба, но как фейканул жестко Глэви, посмотри. Так, и Кирбай свой минус делает, Эйси забирает, в итоге уже 2 в 3, Астралис в большинстве. Йоким не делает минуса на базе Б, и в итоге Эву 1 против 3. Вот тебе и вечеринка. Вот тебе и тусовка. Да, плохая вечеринка получается. А как четко сработал Xypnex? Он принес АК-47 Кирбаю, а дальше Кирбай, ну, показал, на что способен. Я так и знал, что закончится чем-то плохим здесь для фейс-клана, потому что ты с такой интонацией сказал, что у них форсбай, как будто сейчас что-то плохое произойдет. Ну, что-то ты знал. Надо тоже снять кроссовки, может, я тоже начну ванговать. Но это уже другая история, уважаемые зрители. Что ж, разница в раундах, ну... Эх, было бы здорово, конечно, если бы Фейс забрали сразу первую половину. И забрали бы ее с разгромным счетом. Я бы посмотрел на камыч от Эстрелис. Походу, Эстрелис намерены бороться до последнего. Кстати, вот в группе у них по очкам вроде не так все хорошо. Поэтому, опять-таки, в их интересах сегодня свои карты выигрывать. Вообще, мапул замечательный. Друзья, чуть позже, уже через матч, мы будем наблюдать за матчапом Fnatic Dignitas. Вот, наверное, впервые увидим Fnatic в действии, новым составом, с дискдопланом. Опять же, Крим Soul of Meister. Снова эта парочка смерти вместе. И я думаю, шведы сегодня нам покажут, где, как надо играть вообще в КС, потому что уже давно мы не видели. Ну, знаешь, соперник не самый простой. Как раз-таки та команда, которая сейчас на достаточно высоком уровне находится. И Dignitas обыграть будет, ой, как сложно, Fnatic. И, возможно, вот именно с этого начнутся какие-то громкие победы для шведов. Возможно, возможно. Но еще пока что не факт. Вообще к мейджору будут готовиться. Я уверен, там они точно отличаться. Итак, Xypex забирает на Б из-за ошибки Керригана. И, ну, попытка проверить закончилась для него фиаско. В живых остается только Аллу. Это сейф. Ну, все тот же снайпер, все та же позиция. Где-то его пытается сохранить свое оружие. Но на этот раз вроде бы датчане должны понимать,
о местонахождении финского игрока и постараются выбить из рук снайпера команды FaZe Clan этот опаснейший девайс. А может быть, стараний будет мало. Ну, посмотри, там уже в спине кто-то из датчан. Ну, на самом деле, в интересах опять жалу засейвить ВП, оно может спасти их в следующем раунде. Ну, а может быть и нет. Кстати, совсем в неправильном направлении думают игроки атаки, что дает финну все-таки шанс засейвить. Ну и тут уже можно, знаете, говорить о концовке первой половины не самым приятным образом она закончится для ребят из FaZe. Опять же, отдают шестой, отдают луз минимум. То, что они возьмут серию, я уже жестко сомневаюсь, потому что Astralis атаковали простыми раундами, и им реально просто удается выходить и спокойно контролировать ситуацию на перестрелках. Опять же, гибкости, конечно, Astralis не занимать. Вот пробивают они, возможно. Вот, коллектив FaZe именно коммуникация отчасти. Пока что, вот мне кажется, тут дело не в коммуникации. А вот не проснулись Йоким и Рейн, два норвежца, которые, опять-таки же, являются одной из основных огневых мощей своей команды. И вот эти парни имеют на данный момент по итогам 10 сыгранных раундов всего-то навсего по 2 фрага. Да. Это плохой знак. Не разыгрались, не разогрелись. Ну, по приоритету, понятно, только одно выигрывать хочется. Вообще странно, я ожидал от них очень жесткие индивидуальные игры. Ну, может быть, знаешь, сторона атаки все покажет. Мне кажется, там фейзом будет намного проще, чем за защиту, потому что здесь у них и перетяжки не оформляются. Так, а тут Эйзи закрыли. И... Давай, выходи, Эйзи, спокойно. Девайс его забирает в итоге. Йоким и Рейн как раз-таки та самая парочка без фрагов. Вдвоем против четверых. Что-то у Рейна тут вообще подарок упал. Вот знаешь, сейчас бы ему здесь... Ну, а что делать? Вот все равно, вот, ну, знаешь... Да, это, согласен. Та ситуация, в которой вроде бы есть повод порадоваться, а на самом деле радоваться нечем. Очередная грустная история. Соу сэр. Без шансов от девайса. На ноге врывается Николай с теком в руках. Спокойно перестреливает норвежца и выводит свою команду вперед. Наконец-то. 15-1-7 статистика Эйзи. Вот знаешь, как-то он своих... Я теперь не понимаю, кто супер эйм игрок. Йоким, у которого 2-3-10 или Эйзи? Ну, Эйзи в любом случае. Так, ранбустики пошли на респе дефолтные. Так, девайс, ну, очень быстро может оказаться сейчас на длине. К сожалению, туда никто не пошел из игроков команды FaZe. Мы не увидим какого-то яркого момента с первых секунд раунда. Но в перспективе заруба на медле, заруба на болоте. Там, кстати, двойкой встали FaZe. Устали, видимо, они. О, какая боль. Да, по ноге попадает Дюпри. Чудом выживает игрок датской команды. Ну и посмотри, что делают FaZe. Они просто отстрелили и испугались. Решили пройти с парапета. Еще по одному попали. Ну, какие-то пугливые FaZe. Можно было болото... А, ну хотя можно и так, да, остаться. К чему рисковать? Но они отдают, опять же, выход с трубы. А выход с трубы может стать фатальным для снайпера. Не туда зазумился, и все, и техана. И точка отдается. Ну, у Astralis, к сожалению, другой план. И вот такого поворота событий неожиданного мы не увидим. Так, FaZe сосредоточились на центре с помощью подсадки. И один игрок чекает длину. Короче, все закрыто. Очень грамотно стоят. Пока что 5 в 5. 45 секунд до конца раунда. И Astralis, по-моему, пока в раздумьях. Куда же все-таки стоит пойти, а куда не стоит. Тут я сейчас честно не понимаю, о чем думают Astralis, но решили все-таки сыграть под апленд. Ну, тут как раз-таки находится солидное укрепление в виде троих игроков, и во многом здесь все зависит от Рейна. Рейн, первый минус есть, Кзипникса забирает, а вот дальше проблемы, хотя небольшие. Ну, успокоили. Ну, 2 в 3 уже не такое, конечно, вытаскивали, правда, времени остается слишком мало у девайса, чтобы... Да, все, прятки начинаются. Ну и девайс решил здесь просто сейчас рискнуть на уровне и... Ох, сделал бы он стрейф лево с префайром, возможно, мы увидели две кабины. Но здесь просто хотел обмануть. Я типа потопаю справа и потопаю направо. Ну, скорее всего, не до конца понимал, что за грузовиком находятся два игрока команды FaZe Clan. И, ну, был приятно удивлен. Приятно в кавычках. Итак, 6-6, пауза на сервере. Глейв требует остановить матч и... взять небольшой перерыв. С чем это связано, пока что непонятно. Ну, возможно, какая-то техническая проблема, возможно, тайм-аут. Просто тайм-аут, как ты знаешь, вот в онлайн-матче при счете 6-6 брать как бы рановато, при том, что у вас все не так уж и плохо, а даже, можно сказать, очень круто.
Кстати, мы с тобой вот смотрели... Робин против Зоников в 2016. Дебютный матч. Глэйв против команды Мо Спортс на Мираже. Две карты они играли. Вот как раз-таки там Глэйв просто отжигал дико. Ну, был... Обрадовался. Там по тридцаточку настрелял. Я в топ-команде! По тридцаточку настрелял на Мираже, а вот на Оверпассе в матче против Фейс пока что выглядит блекло. Ну, я бы его, вот знаешь, приравнял к Эйзи, и мне кажется, что вот здесь два ярко выраженных таланта, которые будут играть за защиту лучше, чем за атаку. Ну, Глэйв реально в защите будет пожестче. Так, 9 минут остается у Эстрелис в паузе. Вот это, ничего себе. Вот это жирный тайм-аут. Жирный, да, тайм-аут на Фейсе. 30 Вернее... секунд от Вольво, таких 4 как на минорах, так и на мажорах, а вот здесь 10 минут тут, на ЕЦС. Тут можно, знаешь, как бы уйти... Это и за хлебом, и за пивком. И за хлебом, и вообще зачем хочешь просто. Ты можешь успеть сделать все, просто все, и даже сходить в душ. Итак, уважаемые зрители, Эстрелис атакуют на 13-м раунде. На этот раз ситуация чуть более быстрее разворачивается, чем мы привыкли видеть. И вот она вот дырочка, которая находится... на воде. Это Йоким, у которого ужасная статистика пока для первой половины. Но регулярность проникновений от Эстрелис на воду, она как бы зашкаливает. Надо делать выводы Фейзом. Ну, благо есть размен от Эйзи. Забирает в ответ к Зипниксу. Правда, при этом остается красный. 11% здоровья. Но главное, жив и опасен. Ну и сейчас будет супер ошибка, возможно, от игроков защиты на Б. Ну, вот почти там мог в аркадку выйти. Там опасная позиция на пропеть просто у Дюпри. Он здесь может действительно непредсказуемо раздать. Ну, скорее всего, Дюпри будет ждать до конца. И только где-то уже после атаки его тиммейта в направлении апланта постарает зайти в спину. Ну, или подловить кого-то на перетяжке. Равенство на карте. Керриган идет в пропет. И будет ли он здесь проверять? Дюпри, походу, его тоже не видел. Это покажите, что за... Что за бред происходит на Б? А как? Ладно, ладно, Керриган спиной зашел. Как Дюпри его не видел? Флешечка. Он в блайнде был, да. Был в блайнде. Вот эта флешка. Ну, чудовищная ситуация, конечно, здесь. И вся перспектива разыграть под бой. Команда Эстрелис вроде бы развалилась, но быстрая атака на финальных секундах раунда нам подскажет, будет ли результат. Расправляются с Эйзи. Керриган играет против двух позиций. Хороший спрей и два фрага, можно сказать, одним выстрелом. 7-6, и фейс-клан выходит вперед. Да, в чате там уже пошли смешарики, потому что ситуация действительно смешная. Парапет. Чудо-парапет. Просто. Ну, герой прошлого раунда, Керриган. Вот чувак, так а вот если... справляется со своими тиммейтами. Юра, а если бы там он еще на Б вышел, и Керриган бы его не убил? Это было бы вообще... Это был бы шедевр просто. Это бред года. Такое ощущение, что команды играют праг. Итак, ну, на этот раз не Дюпри, друзья, идет в воду. Это Кейрбай. Все равно это... Я даже считаю, что это более опасный игрок команды Эстрелис. Но выходить уже будут против подсадки. Флешка изолирует подсадку. Падает Йоким. И 3 на Б у Эстрелис. Возможно, будет... Так, 3, да, 3 на Б. Слушай, они могут сейчас зайти. У них есть все шансы. Ну, решили пощекотать друг другу нервишки прострелами. Почему бы и нет? Ну и Фейзам сейчас самое главное понять, что это точно будет база Б. Опасность в том, что за одну секунду Эстрелис смогут закрыть дымами просто все удобные для приемов позиции. И... Так, ну вот она, раскидочка мощнейшая от команды Астралис под базой Б. И как видим, пока что, ну, получается заходить. Правда, позиции очень-очень закрыты у диффенса. Есть первая ошибка, если погибает на воде. Там он вообще не понял, по-моему, что произошло. Дюпри дострелял Керригана, и Эстрелис просто подарили этот раунд при выходе. Отличная раскидка. Ой, Эстрелис, Фейс подарили этот раунд при выходе. Вот непривычно видеть, когда все-таки Керриган погибает. Итак, алло. Ну, безвыходная ситуация, оказывается, Финн. Здесь на самом деле можно даже и порезать. Выход есть всегда, можно застрелиться. А он еще, посмотри, он еще мог уйти за сейв. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну... Нет, не отпускает его Кербай. Счет 7-7. И, по идее, у Фейсклан денег абсолютно нет. Ну, у Рейна только хватает на полноценную закупочку. Все остальные будут с какими-то недодевайсами. Пистолеты, МАК-7. Все, что хотите. Вот как раз-таки это сейчас находится в руках команды Фейсклан. Ну, достойный конец первой половины, счет равный, и вот действительно в 15-м раунде первой половины мы узнаем, кто же все же заслуживает больше выйти вперед, и походу это как раз-таки Астралис.
Ну да, и первая половина останется за ними, конечно, да. Но вот теперь давай попробуем спрогнозировать, что будет во второй половине. Если честно, я вообще сейчас не понимаю. Ну, судя по игре за защиту, есть у ребят из Фейс неадекватность в действиях, она реально присутствует. Вот, вот нам сейчас покажут итоговую статистику, да. И картина вот после 11 раунда вообще никак не изменилась. У Рейна 3 фрага, у Йокима 2. То есть парни продолжили действовать в том же русле. Ничего не поменялось в их игре. И опять-таки же, вот без двоих своих основных Фейзам играть очень-очень сложно. Ну да, знаешь, вот 2-4-14. Я такой у Йокима видел. Никогда не видел. А тут вдвоем парни просто проваливают катку. Да, реально. Но опять же, вот два игрока, которые играют на Бэй, на болоте. Чаще всего это были изи фраги для Эстрелис. Но теперь игра за защиту. Девайс, по идее, проверил центр и понимает, что там либо занимается быстрая длина, либо будет атака через уже основную часть карты, то есть по центру. Но так, а вот Кирбай, по ходу, не догадывается, ну, что да. Идет просто на верную смерть. О, вот это сейчас залетело. И просыпается Рейн, друзья. Господин норвежский Глок. И, в общем-то, Фейс... Не, ну Фейс пока еще на самом деле могут подумать. Правда, для защиты ситуация здесь уже не самая крутая. Сейчас нужно пытаться как-то... Знаешь, вот за защиту здесь реально тяжело. Позиции все такие. Но надо постоянно вот чекать, прыгать, проверять. Нельзя просто встать и попасть. Ну и Фейс заходит на точку А против трех пистолетов. Так, первый минус есть. Гзипник с Керригана забирает. Еще один минус от Девайса. Наконец-то отвечает Йоким. Ну и вроде бы... Все хорошо. Для команды FS Clan в пистолетке. Правда, Глейв уже в спине, и Эйзи его пропустил. Ай. Какая боль. Да, ситуация, конечно, очень интересная. Итак, Эйзи заходит в спину к своему сопернику, начинает топать, но там идет ответная реакция. Правда, нет выстрела, и 2-1. Глейв на точке Б. Ксипнекс. 25 Слушай. Секунд до конца этого раунда. Ситуация 1-1. Эйзи или Гзипникс. И два датчанина не могут поделить сейчас судьбу этого раунда на пленте. Итак, Гзипникс, ну, берет просто, уходит в закрытую позицию, давая сейчас перспективу и надежду Эйзи. Эйзи думает, что это, скорее всего, ловушка, и он остался стоять за ящиком. Ну, и проверив, он не понимает, что его уже смотрят с левой стороны. На 7-й секунде заканчивается раунд убедительным хедшотом. Круто сыграл Гзипникс. Ну, нет, да. В тулу еще забрал. Тем не менее, вот сыграл максимально уверенно, максимально четко. А, вот до миллиметра рассчитал этот раунд Гзипникс. Итак, 9-7. Плохие новости для FaZe Clan. Проиграли пистолеточку и теперь должны, ну, пытаться как-то отыграться на пистолетах. Сколько там? Раз, два, три. Два тека, два дигла по 250, все с арморами, по раскидке только дым и флешечка. И как раз-таки Керриган, ну, постарается максимально четко использовать эти гранаты. Ну, надежда реально сейчас на его способности в раскидке. Не, ну, с тэкнайнами раунд на самом деле перспективный. Просто если бы Фейс чуть быстрее действовали и внимательней, они могли бы уже, например, сделать МТ-фраг на туалетах. Ну вот посмотри, как пытаются здесь найти свой фраг в дыму игроки атаки. Ничего не получается. Эстрелис просто продлевает спокойно смок и по-прежнему стоят в агрессивных позициях. Причем позиции такие, что убивая одну, тебя должны сразу разменять. Только что-то Кирбай не рискнул. Испугался то, что это будет как бы между двух огней не оказаться. Не отпускают с девайсом Рейна. Ну, и там еще и Дюпри делает минус зигзаги. В итоге уже в большинстве оказывается команда Астралис. И, походу, готова забрать. Хотя не до конца. Вот, знаешь, Йоким играет реально сегодня как-то не сосредоточенно. Пропускает флешку с парапета, хотя... Обычно в таких ситуациях он моментально реагирует и отворачивается. И FaZe Clan в меньшинстве заходит на точку А. Несмотря, кстати, на успех, который развили под Б, и тут провал. Просто порвало в провал. Эй-эй-эй, 10-7. Слушай, что-то изи-катка пока что для Эстрелис. Вот такое ощущение, что каждый игрок команды FaZe не знает, что делать. Ну вот я смотрю, там парочка есть. Парочка Твикс. Норвежская парочка Твикс пока что не понимает, что происходит на карте Оверпас и, ну, просто отсутствует. Знаешь, эночку ставим норвежцам в этом матче. Где-то потерялись. Где-то потерялись. Так, а что у нас здесь? Аркада от девайса. Забирает Эйзи, забирает также Рейна. Уже неплохо подфармил девайса и постарается развить свой успех. Но нет. Придется делиться. Успех не развил, да, но поделился с тиммейтом. И, ну, будет фракция спа, нет? Ну, мало хп осталось здесь для того, чтобы добивать. Хороший эко для команды
Фейс-клан, в кавычках, разумеется, а вот сбор халявы и подборка денег будет вообще замечательный. 4900, там 5500, 3300 в бонус у защиты. И это только у Глэйва, который бездействовал. Кстати, посмотри, потихоньку начинает выравнивать свою статистику. Господин Глэйв уже 12 на 9. Ну, знаешь, если будут к нему почаще ходить ребята из Фейс, я думаю, что мы увидим здесь и двадцаточку. Правда, аркада Б отменяется. Моменталки на центре заставили сейчас разменяться, но АВП спалилась и Девайс пытается уже покинуть опасную зону. Ну, вроде бы получилось, а вот ошибка от Кирбая. Никак не ожидал такой быстрой и динамичной аркады в исполнении Фейс-клан. И есть первый минус, есть первые проблемы для Астралис. Ну, а самое дичь, то, что он остался, опять же, играть с фармганом. О, посмотри, там подсадочка, проверяют как раз-таки позицию Керригана. Привет, Йоким! Ну вот знаешь, вот если не везет, то не везет по полной. Открывается дверь, и Керриган также захлебнулся при попытке разменяться 4 в 3. Серьезная просто заявка здесь была у Фейс с тем, что они могут реально через центр отыграть на этом раунде. Но вот одна подсадочка и чтение перетяжки, по-моему, погубили весь этот раунд. Ну, ну знаешь, на корню заглохло. Какие-то хаотические действия в исполнении Фейс-клан. Эйзи, понимая сложность ситуации, вроде четко выходил с позиции монстра, но со стрельбой не справился и по Дюпри вообще не попал. Дюпри, знаешь, вот в какой-то момент приятно был удивлен, что Эйзи, спасибо за подарок судьбы, но все твои патроны летели мимо. Развернулся и спокойно забрал. Подставать. Итак, Крейн и Эллу вдвоем против четверых. 30 секунд. Под базой Б. И, по-моему, здесь уже вариантов у них нет. Но только если Рейн сейчас случайно или специально, или постарается, не сделает 3 минус. Только 3 минуса спасают здесь. По позициям, кстати, он может просочиться, но не ловит тайминг. Его должны были уже заметить. Идет пуш, план заходит Рейн. Первый фраг есть. Надо проверять болото, но внимательности при прыжке Рейну абсолютно не хватает. И дальше все заканчивается как по маслу. 12-7, и боюсь, что Фейс-клан будут раунд в атаке брать. Но, ну вот, как бы не будут. Ну, не получается ничего просто. Кстати, вторая карта, если я не ошибаюсь, вроде бы Трейн в этом противостоянии. И это выбор Фейс-клан. Что-то мне подсказывает. Ну, кстати, да. Вот тоже не будем забывать фактор карты. Это нельзя забывать. Ну, тем не менее... Ну, на своем пике Астралис да. выглядит достаточно уверенно. Как бы вообще цель в лиге, друзья, забирать свои карты, да, где-то местами, конечно, ты будешь бороться вот с соперником на картах, где и ваш соперник играет хорошо, и вы на этой карте отлично выглядите. Ну, и вот если говорить вообще про команду Фейс, то они в прошлом особо сильно, знаешь, такие тактические карты не играли на уровне. Ты посмотри, что творит Кирбай. Ну, разваливает кабинет, что ему скучно просто уже становится. 13-й раунд достается, а тут все как-то безфрагово у него получилось в первой половине. Там космическая вертуха на позицию длины залетела от датчанина. А, вроде бы должен был умирать, но явно с этим был не согласен. Итак, 13-7. Возможно, одна из последних попыток для команды Фейс-клан хоть как-то исправить ситуацию на карте Оверпасс и все же вернуть надежды на победу на пике соперника. Так, Аллу. Вот как только Аллу пытается взять ВП, он, играя с ним, идет абсолютно не в те позиции, где был бы реально полезен. Ну, попытка подождать поджим из длины сейчас для него может закончиться фейлом. Хотя это же Кирбайка. Ну, он никак не ожидал вот такой прыти от Кирбая. Кирбай с Рейном на этот раз не справляется. Но дамаги наносит очень много. Опять же, 28 хп всего остается. Керриган играет аккуратно, но это не спасет против снайперской винтовки. Ну и как ни крути, 4 в 3 для Фейс-клан. Эйзи. Ну вот знаешь, идеальные тайминги для Эйзи и просто ужасные для Гзипникса. Вот он просто прям чувствовал. Вот сейчас Гзипникс повернется. Ну да. И как только кто-то повернулся, взял гранату, сразу выход. Ну и здесь Астралис на шаг впереди. Поджим монстра от Дюпри ради любопытства собирает информацию практически по всей карте. И должны парни из Астралис понимать, что это А. На Б пусто, только если супер слоуплей. 40 секунд, попытка выхода и... Как Глэйв вот, просто услышал флешку и сразу же моментально сделал выпад. Последним живых Йоким, человек, которого мы еще не видели в этом матче. И потихоньку он пытается зайти на точку А. Правда, заканчивается все. Вот, ну, Девайс, Дигл, друзья, вообще полный в пух и прах просто. Сейчас громят Фейзов.
Их просто разрависимо, развалисимо. И заметь, вот знаешь, не получается медленно играть у FaZe Clan. Вроде бы рассредоточились по всей площади атаки на оверпассе. Тем не менее, вот эти выпады от Astralis раз за разом застают игроков FaZe Clan врасплох. Вот не готовы против такого агрессивного дефенса. Ух. Ну тут вообще, по-моему, они просто не готовы. Они готовы там принимать аркадки, когда на них бегают. Готовы ловить на ошибках. Но вот в плане тайминга у Astralis контроль на карте куда лучше, чем у фейзов. Ну и, возможно, они просто не играют эту карту. Хотя, знаешь, вот с Керриганом могли бы уже и такие сейчас раз и обыграл. Это было бы приятным сюрпризом, я думаю, для мистера Андерсона. Но... Ну, наверное, на это и был расчет, что Керриган сможет удивить своих бывших тиммейтов и действительно рассказать, что же делает команда Astralis на оверпассе. Ну, с какой-то стороны он их удивил, и, по-моему, очень приятно. Приятно удивил. Ну, знаешь, такой подарок от бывшего капитана. Смотри, спустя 22 раунда команда FaZe Clan показывает нам тактику. Тактика подсадки. А вот интересно, Глэйв заметил или нет? Ну, я думаю, что да, и сейчас прилетит в чердак. Да. Ну, внимательно, вот внимательно действует Astralis, просто понимая, что соперник может и это, и это, и это, а там еще и Керриган. Без недооценки относится к этой встрече, правда, в плане перестрелки опять не срастаются тайминги, размен в пользу команды FaZe, и прорыв Бэплунта может быть осуществлен уже прямо сейчас и даже закрой... О, надо было проверять воду. Подожди, там два красных, Рейн и Эву. Есть очередной минус от девайса. Тут просто с воды сейчас будет выпад, и после выпада с воды все закончится очень плохо. Правда, есть чуточка везения для команды. Таки FaZe Clan, как видим, не вывез опять же из воды. Глейв. Не был внимателен, не понял, что игрок один под монстром, и в итоге 14-8. Ну, вот наконец-то! Вот включаются норвежцы. Йоким в атаке уже 10 фрагов по сравнению с первой половиной. Ну, это успех. 4 минуса в этом раунде. Йоким вырывается в середину турнирной таблицы и, ну, продолжает FaZe Clan бороться за победу на карте Overpass. 14-8. Правда, ой, как сложно. Ну, здесь, да, здесь вернуться к нормальному счету будет сложно. И самой главной, наверное, причиной здесь является присутствие качественной экономики у Astralis. Ну, там, правда, вот я сейчас чуть-чуть не досмотрел, сколько там осталось после этой закупки. Но вполне возможно, что там будет не очень много, если они этот раунд уступят. Правда... Ну, уже плохие новости. Да. Йоким под базой Б погибает. Есть минус от девайса. 3 в 5 за считанные секунды. Вот два норвежца, которые должны были просто уничтожать в этой встрече, на этой карте, на деле оказались, как видим, не самыми крепкими парнями. Но опять же, у FaZe, конечно, здесь игру отыгрывает... Вообще, встречу отыгрывает жестко только Эйзи. Вот первая ситуация 3 в 3, вернее, уже вторая. И вновь попытка захода на Б-плент. По-моему, все должно сейчас получаться у ребят из FaZe. Ну, может не получиться, только одно. Нормально разменяться. Валу спасает здесь Керригана. И 1 в 2 девайс со снайперской винтовкой попробует завершить этот раунд. Но не факт, что в пользу своей команды. Ситуация очень едкая. И вот сейчас можно нам на тап нажать, пожалуйста, просто, чтобы понять, что будет делать девайс. Ну, это сейф. Это сейф. Ну... Идти здесь 1 в 2, это будет реально, ну, очень глупым решением. Опять же, с учетом того, что есть ВП. Просто ВП на этой карте, это как минимум контроль одного плента. Это может быть и Б, это может быть и А. Ну, и опять же, на эко укрепление с ВП разыграть намного приятнее будет. Не вывозит девайс здесь с попаданием по своему оппоненту. Бомба взрывается и... Давайте думать, что сейчас будут делать Astralis. Ну, на их месте, конечно, лучше сделать эко и потом закупиться. Ну, скорее всего, так и будет. Денег вообще нет. Максимум пистолеты докупят себе датчане. Проведут один экономический сохраненный снайперской винтовкой девайса. Возможно, кстати, его и возьмут, если Николай постарается. Ну, а в следующем уже будут закупаться. Но, по-хорошему, Astralis отдали только что выигранный раунд. Вот, ну, сделав два минуса, с агрессией надо было как-то поубавить. Но вместо этого продолжили агрессировать датчане, за что поплатились отданным раундом. В итоге 14-9. По-прежнему борьба от FaZe Clan на оверпассе присутствует. И это, ну, накаляет градус этого противостояния. Итак, 24-й раунд.
И FaZe Clan будут пытаться сейчас играть дальше максимально напряженно. Вот непонятен момент, то ли просыпаются долго, то ли не готовы были этот матч начинать в таких, знаешь, потных кондициях сразу. Но, глядя на их игру до контакта именно в этом раунде, мне кажется, что здесь у них есть большая проблемка. Ну, во-первых, Йоки мы уже практически устранили. А, кстати, заметил еще такой момент, что вот если у Astralis ребята не будут, например, играть там супер как-то открыто на базе Б в средней стадии раунда, то все может получиться. Здесь, кстати, проход пода, смотри, до конца, по-моему, решили отыграть. Так вот первый пропрыгал, но не повелся Девайс на эту ловушку. Вся надежда на Николая. Сможет или нет? Нет. Без шансов. Эву контролирует выпад датчанина, спокойно его забирает, и это зеленый свет на базу А. Кстати, убивает именно тот самый авик, который должен был в этом раунде хоть что-то нам продемонстрировать. Моменталка, заход в плент. Юсп реализован, правда, ненадолго. Эйзи тоже размен 1 в 3. В живых только Дюпри и... Ну, хоть один хоть одну фрагулечку бы сделал, но нет, надо дать ракулечку. Ладно, это не важно, это был эко на самом-то деле. Вот теперь давай смотреть на полном серьезе, что будут делать Астралис. Они сейчас понимают, что нельзя давать разыгрываться сопернику. И у них есть один огромный плюс. Они будут противостоять против двух снайперских винтовок, что, в принципе, должно осложнить мобильность в действиях у FaZe Clan. Ну, это вот как раз-таки тот фактор, который поможет FaZe Clan остановить агрессию от Астралис. Но вот понимают ли это датчане, здесь вопрос. Вот дальние дистанции, которые вот теперь действительно в комфортном положении находятся у FaZe Clan, они, ну, должны сыграть свою роль в этом раунде. Видим, как контроль от Керригана при поджиме зигзага. Эву зачищает позицию центра карты и пытается найти свой очень важный и нужный опен-фраг. Но опять-таки же... Меня смущает Ксипникс на Б-планте. Вот он не отыгрывает здесь на максимум. Керриган, уже... кстати, неоднократно его вот уже подвалил парочку раз. Да, и... да. Вот, знаешь, при этом позиция вроде как, ну, одна из самых простых, но с другой стороны читают ее, конечно, тоже на уровне. Ну, вот да. Это как раз-таки позиция, где ты должен на характер делать минуса. Ну, близки, опять же, мыслями здесь и Керриган, и Астралис, опять же, друг к другу. Кербай... подловил Аллу. И вот момент истины, друзья. Выход на точку Б. Хорошая стрельба. Так, ну будет ли второй минус? Да, забрал таки Ксайпекс Керригана. Отличный ответ в реванш перестрелки на 25-м раунде. И 15-10 оформляются. Ну, не то чтобы без труда, но опять же, вот как ты говоришь, позиция, где ты берешь на характер. И Ксайпекс сыграл. Взял на характер. Ну, вот знаешь, один из трех. Реально два раунда до этого Ксипникс погибал без минуса, но вот в этом собрался, сыграл агрессивно, использовал тиммейта, вот просто отдал его на размен, а уже сам делал ключевые минуса. В итоге 5 мап-поинтов для команды Astralis. FaZe Clan очень плохая закупка. 3 пистолета, 1 АК-47, 1 снайперская винтовка и действительно последние надежды. Ну и задача сыграть непредсказуемо. Какие халявные просто сидят 2. Вот, знаешь, это малыш и Карлсон просто. Такой подарок судьбы только что от Астралис. Алкаш — это буретка просто. Зачем? Зачем? Затем, чтобы проверить. Проверить. Это, вот, знаешь, Верочка, вот проверочка такое оказалась. Такое ощущение, что иногда не хватает острых ощущений команде Астралис. Ну, вот они как раз-таки за ними сюда и пришли. Полностью с тобой согласен. Они не могут здесь без, знаешь, без какой-то стабильной, нормальной игры сыграть. Ну, может, они дают Керригану шанс подраться дальше. 12-4, 10% здоровья. Йоким, Рейн и Эйзи, соответственно, Эво 1-сотый. Ну, Ксипникс такое не берет, поэтому не будем фантазировать. Ну, вот, знаешь, вот нужна какая-то халявка. Вот первый фраг, который позволит Ксипниксу почувствовать крылья. Ну, здесь, я думаю, условия слабой экономики команды Астралис сейчас заставят его засейвить. Это абсолютно правильное решение. Но по ХП, конечно, да, если бы было полное понимание, он бы мог здесь остаться с Финном 1-1. Кстати, вот если нам покажут наши режиссеры, что происходит у Астралис, там с деньгами на самом деле все очень плохо. И даже этот 1 АК-47 никак на ситуацию в следующем раунде не повлияет. Сливать будут в любом случае. То есть тут не может быть речи о закупке, разве что будут форсировать события, но опять-таки же это необоснованное и не совсем оправданное решение. 15-11, 4 раунда разницы. Ну, один эко. Знаешь, то, что должно было закончиться еще в прошлом раунде, да. Вот Астралис
продлевает веру Фейскван в камбэк. Это вообще всю половину играть закрытый достаточно эффективно, как оказалось на практике. И в последнем раунде пойти, да, давай подсадимся на детской площадке, когда соперник каждый раунд просто выползает на этот фонтан. Это знаешь, как выглядело? Это вот, блин, пацаны, забыл номер камбэчный, и тут просыпается девайс и говорит, пацаны, записывайте. Это как тот мальчик из мультика «И так сойдет». Записывайте. 0-97. Не засчитало, что ж, бывает. Бывает и такое, да, это Counter-Strike. 15-11, 4 раунда. 4 раунда лишь отделяют фейс от ничьи. Ну и они решили здесь сходить в гости на длину. Кстати, Глэйви вот должен как-то увидеть хоть кого-то там. Интересно, если посчитать статистику прыжков Глэйва на позиции в банке, там, наверное, мы увидим циферку 300. Почему 300? Ответ простой. Итак, выход на апленд от команды FaZe. С длины начинается этот... Ну вот кто будет здесь тушить пожар? Кто-нибудь тут? Вообще красавцы стоят, ждут туалета. Там три с длины прошли. Вот у меня вопрос к Глэйву. Он когда проверял, он реально там пытался посмотреть и понять, есть ли там кто-то. Или просто попрыгал для, знаешь, общей, для картины общей полезности. Опять же, самое главное, занимают такие позиции, когда трех на длине. Ну хотя бы одного-то точно видели. Кстати, заметь, если вспомнить девайс на раунд, то Фейс Клан уже такую штуку проделывали. Когда два человека на туалетах просто топают, что-то делают, а трое спокойно заходят на длину. И она при этом не проверяется, потому что Стрелис любит вдвоем смотреть в одну точку. Длину отдельно без медла не взять. Либо вдвоем, либо никак. Что ж, шанс на фраг и... Нет шансов на фраг. Что ж, Ксайпик сейвит АК, сейвит второй армор, флешку и дым на следующий раунд. Денежная составляющая сейчас вернется к Эстрелису. Давайте наблюдать, будет ли здесь все-таки последний раунд реально победным или это все фантастика. Кстати, посмотри, там вполне возможен еще один экономический раунд по 3000 у двоих игроков команды Астралиса. Да, это второе эко. Не будут рисковать Астралис, не будут идти ва-банк. Проведут два экономических, закупили там парочку пистолетов. Возможно, кто-то докупил арморы. Да, есть даже два армора, ну, понятно, Зипникс с АК-47 и Дюпри П-250 плюс легкий арморчик. Ну, сами себя в эту ситуацию загнали, Астралис. Сами виноваты, сами подсадку придумали. Еще и подсадка такая эксклюзивная. И вот знаешь, сейчас бы пол беды, когда там полный оружейный бай, а у тебя... Вот два девайса, и ты рискуешь. Ну, а когда у соперника не добай, а ты вот придумаешь непонятно что, вместо того, чтобы сыграть обычный дефолт и взять раунд. Самое главное, креативность этой подсадки. Кинуть дым и пойти подсадиться. Вот такое ощущение, что сейчас люди, которые играют оверпас за атаку, никогда при виде дыма на центре не чекают подсадку. Ну, Рейн... Это вообще... Вот знаешь, прочитал как открытую книгу. Зашел под шифтом, увидел две спины, сказал «Привет, пацаны», отжал два девайса, отжал кроссовки и пошел. Просто пол. Ну, конечно, повезло, но Рейн тоже на уровне. Рейн выглядел в тот момент на уровне. Что ж, Двейзи фрага на длине. Попытка укрепления длины это была от команды Эстрелис, друзья. Смотрите, ну как Эстрелис. О-о-о, вот это прилетело девайсу. Да, но Йоким четко начал попадать. Рейн также подключился. И в итоге Фейс Клан выглядит очень даже боеспособно. Ну вот когда норвежцы включились, действительно у Фейзов что-то начало получаться. Кстати, уже Керригана обогнали. Причем вдвоем. По 15 у Йокима и Рейна, 14 у Керригана. Вот так вот. А по итогам первой половины, вот как раз-таки норвежцев очень не хватало команде FaZeClan. Что ж, 29-й раунд. И попытка сыграть центр плюс коннектор сейчас будет в исполнении команды FaZeClan. Эстрелис на девайсном раунде наконец-то играют в стандартные для себя позиции. Посмотри, что делает Алла. Но если Рейну там повезло, то я точно сейчас кого-то убью. И никого нет. Просто никого нет. Аллу не бежит в центр, они будут играть также длину. Ну, видимо, эта схема атаки была нашифрована еще изначально. Хотя нет, кинул дым, и ребята попробуют отыграть центр карты все-таки. А вот у Астралис достаточно закрытые позиции, но снайперская винтовка девайса уже работает. Йокима забирает. Вот, опять же, меняет позицию на очень агрессивную, и в перспективе это будет... О, ну знаешь, тут к размену впритык подходит Фейс, и как попал сейчас девайс. А как Керриган не разменял? Тем не менее, Эйзи забирает девайса. Ну, Кэйрбай пропускает здесь сейчас улицу, видит первого, второго, попадает по одному, но попадает также по плотно по второму, да.
Алло остается красный на плинте за главного Глэйви. И вот тут вот он может не отыграть на все 100%. Проход Лины Глэйви видит, но как же поздно. Какой тайминг для Глэйва. Тем не менее, Рейна забирает красный Эву. Есть минус в ответ. Он не то, что даже минус в ответ сделал. Он вообще спас ситуацию. Если Эйзи делает фраг в плинте по Ксайфенсу, то не делает это. Сгорит, не сгорит, не сгорает. Боятся финского снайпера. Боится Ксайпекс по-страшному, но все равно в игре до контакта. Финн ошибается и не берет важный для своей команды раунд. Ну что же, ГГшка, друзья. Карту оверпас забирает датская пятерка. Именно Астралис, Фейсклан постараются реабилитироваться, вот, по-моему, на трене. Да? По-моему, да. Но мы в любом случае, друзья, через несколько минут вернемся снова в эфир и будем смотреть следующую карту этого матча. Ну и все в ожидании матча, конечно же, Dignitas Fnatic, но только после следующей карты между Face и Astralis. Никуда не уходите.